Мы рады сообщить, что после летнего перерыва в сентябре возобновляется серия соревнований на силу и выносливость. И так уже 23 сентября в 19 часов в манеже спортивного комплекса «Калев» состоится троеборье. А это соревнования, в которых вы сможете принять участие в трех видах. Перекатывание по крышке, вис на перекладине и удары канатом об пол. Принять участие может любой желающий, женщины, мужчины, юноши, девушки. Ждем всех. Плата за участие в соревнованиях 3 евро. Приходи и испытай себя на силу и выносливость.